Колеи, ямы, трещины, при этом высокая интенсивность движения, износ до 80%. Даже те, кто не за рулем, признают, подъезд к Бору пора ремонтировать. Конечно, надо. Очень надо. Да вы что, ну из-за этого даже иногда пробки бывают. Вот, так что дорожку надо сделать. У нас все-таки дороги не очень. Все-таки трясет иногда там. Вот, я думаю, все-таки это хорошо. Обязательно. А то у нас тут безобразие сплошное, ям на яме. Участок дороги Неклюдово-Бор-Волки-Макарьево – один из самых востребованных подъездов к городу Бор. Участок в 6 километров отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Покрытие будет двухслойным, обочины укрепят, нанесут разметку, кроме того, заменят 16 остановочных павильонов. Большое внимание уделяется организации движения. Обещают, таких пробок, как, например, в Ольгине, здесь не будет. Реверса, конечно, тут не будет. Тут участками, захватками будут делать, определенным по 500 метров. Быстрее всего в то время, когда будет меньше интенсивность движения. Поэтому эта вся работа организована. Стоимость работ 114 миллионов рублей. По контракту подрядчик должен выйти на объект 1 июля и завершить ремонт к концу лета. Но если сроки сдвинутся на более раннее время, никто не будет возражать. Кстати, работы по нацпроекту в Нижегородской области масштабные. Только в прошлом году было отремонтировано 195 участков общей протяженностью почти 900 километров. Сбавлять обороты в этом году никто не собирается. Масштабная ремонтная кампания по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе стартует в мае. Александр Быков, Алексей Корякин. Время новостей.